Вот, из бедрышек, из куриных, которые мы купили без косточек сразу же. Но жирок мы не срезаем. Делаем куриную колбаску. Собственного приготовления куриная колбаска, диетическая, вкусная, под названием сервелат. Сначала режем мелко-мелко, режем кусочками. Не очень мелко. Не очень мелко. Режем кусочками курочку. А дальше посмотрим, что мы будем делать. Дальше у нас будет вот эта вот машина работать. Я надеюсь, она нам поможет. Жирок оставляем, потому что он придаст мягкость, сочность и нежность. Вот так. Хозяйство тут у нас на столе. В этой кастрюле будем готовить. Так, 2 яйца нужно. 700 граммов молока на килограмм фарша. Фарш сейчас мы вот сюда будем все выкладывать. Вот. Я сегодня, кстати, шила брючки, подшивала, платьица, юбочки подшивала. Я сегодня швеей была. Очень долгое довольно-таки время. Даже гладильная доска у меня там есть, вон, с изделием. Я очень сегодня была деловая. Так, а сейчас мы делаем... Ага, сюда мы выкладываем, короче, 2 паунда фарша. Так, вбиваем туда 2 яйца. Крупненьких. Джамбо. Можно и средненьких, я думаю. Так, 2 яйца. Слушай, а сразу посолить можно? Или сразу все туда, да? Да, да, все сразу. Сразу туда, да? Сразу. Ага, окей. Крахмал картофельный, высший сорт. Кладем его сюда. Не знаю, с горкой или без так, горки. Так, кладем. Да, вот так можно, мне кажется. Давай на глаз. 3 ложки крахмала. 4, да? 4 ложки крахмала. Ой, delicious. Delicious готовим. Delicious. Так, 4 ложки крахмала. Может быть, перемешать сейчас? Да. Надо пока. Да. Окей. Наливаем 700 миллилитров молока. Ой, как много молока-то. Ты думаешь, это 700? Хватит, да. Целое как раз 700, потому что так. Вот это вот 500, а целое как раз 700 и получается. Так, теперь соль. Соль. Вот. Так, решили мы петрушечки сухой туда сыпануть. Укроп есть? Сухого нет укропа. Давай укропом не будем портить. Мало, мало, ну, чуть побольше, ага. Вот так хорошо. Что еще есть? Так, молотый черный перец. Да, вот так, наверное, хватит. Да. Ага. Так, seasoning salt. Мы решили соли такой насыпать немножко. Так, так я покажу баночку. Вот такая вот у нас солька. Это, кстати, Грейска принесла когда-то, я помню. Не знаю, пол ложки хватит или побольше. Если не соленое, тоже плохо. Так. Давай еще чуть-чуть. Хватит, да? Ладно, попробуем. Ну все. Теперь, значит, молоко мы положили, крахмал положили, поперчили, ну, посолили. Давай, я еще добавлю. Давай. Гулять так гулять. О, замечательно. Все, теперь взбиваем. Все-таки решили мы сухого чесночка немножко присыпать. Так, все. Решили чесночок. Все, начал медленно. О, пошло.
пошло перемешивание. Жидкое такое. Она будет потом потекать. Да? Ну там же крахмал, в принципе, наверное. Интересно, неужели такая колбаса жидкая делается? А может быть, вареная колбаска такая делается жидкая, да? Поэкспериментирую. Ой, не могу. Окей. На дно кастрюли укладываем ткань. Ну вот так, я думаю, не обязательно прям там ровно ее. Вот так, нормально. Чтобы стаканы встанут. Встанут. Я думаю, встанут. Окей. Колбаса у нас будет разных сортов, поэтому мы стаканы разносортные. Смазываем маслицем, да? Саш, слушай, у меня же есть прыскалка такая. Может, ну, прыскалка. О, я забыла совсем. Сейчас, подожди-ка. Вот у меня такая есть. Такая штучка. Вот так, да? Достаточно, да? Как ты считаешь? Да. Если что, мы стаканы побьем потом. Все. Так, теперь заливаем фарш. Так, заливаем фарш в стаканы. Чего, никак? Собрали стаканы. Всех. Ой, смотри, оно начинает уже загустевать. Ой, какая колбаска стаканная будет. Так. Хватит столько, да? Хватит. Хватит. Так, и укладываем в кастрюлю. Нет еще? Это пленка еще. А, пленкой, да? А, окей, сори. Стаканов мало. Стаканов мало, да? Так, сейчас будем стаканы по всему дому собирать. Все, я пошла еще за стаканами. Еще два стакана нашла. Так. Кря-кря-кря. Все, да? Так, теперь мы... Вот три стаканчика у нас есть. Еще два стаканчика будет, и накрываем пленочкой, да? Угу. Много. Еще надо стакан, да? Сейчас еще найдем. Сейчас еще найдем какой-нибудь стакашек. Так, я уже знаю, какой. Мне казалось, так мало этого фарша, оказывается, много довольно-таки. Да? Вот, мы каждую укрыли пленочкой, такой вот прозрачной. И у нас в одну кастрюлю поместилось только 4 емкости, да? И в другую кастрюлю 3. Ты знаешь, это... Это какая-то кастрюлька коротенькая. Ну да. Что делать? Давай вот ту возьмем, Саш, которая вот там у нас внизу стоит. Может быть, она пойдет как раз? Она повыше вроде бы вот этой. Ой, да, вот мы уж даже и пивную кружечку задействовали. Берем горячей водой, да, заливать решили? Ну, теплая. Теплой водой, но она такая горяченькая пошла. Вот. Вот это. Быстрее будет, да? Быстрее закипит. Угу. Когда закипит, и 40 минут, да? Вот закипит, когда вода, и 40 минут. Так, это одна партия. Это вторая партия. Будем дальше наблюдать за процессом. Лабораторный экспериментальный опыт. Ой, здорово я накрутила. Лабораторный. Экспериментальный опыт. Это ж надо ж так придумать, а?
Окей, все. Пошел в одной кастрюльке. Вот так она готовая выглядит. Вот так она выглядит готовая. Но мы держали не 40 минут, а побольше, час примерно. Уж наверняка. Ой, мороженое прямо. Вываливает. О! Мясо было выскочило. Колбаска выскочила. Ну, замечательно. Выскочила колбаска. Теперь она должна остыть. Ну, наверное. Вторая. Оп. Ну, прям мороженка. Слушай, а пахнет как вкусно. Очень вкусно пахнет. Мы решили не вываливать сразу из стакана. А пусть остынет в стакане колбаска, как мы называем, да? Вот. И потом уже мы вывалим в какую-то тарелочку. Может, слить воду? А по-моему, что-то и воды-то нет, Саш. А где ты видишь воду? По-моему, что-то тут и воды-то нету. Смотри. Смотри, какие они хорошенькие. Нет воды, я не вижу. Вот, видите, вывалила уже остывшие кусочки. Так они хорошо сохранили форму. А то, что горячие поместили, они, видите, развалились. Так что надо ждать, пока остынет. Ну, они, кстати, еще такие тепленькие. Надо немножко подождать и отправлять их в холодильник.